Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Meizu M5S очистить историю браузера. Для начала открываем наш интернет-браузер, единственный, который у нас есть. Затем тыкаем по вот этой вот средней кнопочке. Переходим в раздел закладки «История», затем в «История» и нажимаем «Очистить» и подтверждаем. И после этого история просмотра будет очищена. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!